ты же будешь слушать мои песни? Ты же будешь писать мне письма? Будешь слушать мои песни? Мало лайков, быстро. Быстро налайкали. Ну что такое 510 лайков? 11 человек только. Я только зашла, я должна зайти, и тут уже должно быть сразу 500 тысяч лайков. Блин, парни, его вообще что-то не то. У меня контент какой? У меня контент какой про мужчин, что мужчин нужно ценить, любить, баллов. Вась, то есть, пацаны, вы должны вообще наоборот мне сразу лайкосы тут запилить. Тут не только лайки должны быть, тут должны быть розочки и эти львы. И не один, а штук 100 сразу. Ну вы что, я такой контент веду прям. Мужчины должны меня на руках носить просто. А вы такие, ну привет. В смысле привет? Спасибо большое за розу. За розы. Ну, приколисты такие, я не могу просто. Пацаны вообще. Тут кто должен разрываться просто. Ого, мы должны что-то. Ну, это типа как сказать? Ну, ничего не должны, но прям все до моего уважения, все до моего контента за мужчин. Тут вы не должны, вы просто обязаны это сделать. Контент-то какой у меня. Я в шоке, конечно, просто. Маленький, маленький. Не согласна, что ли, еще может быть? С таким-то контентом, уважением к мужчинам вообще, в принципе. Ой, не знаю, странно, конечно. Не любите? Все понятно. Неправильный у тебя подход. Я обязан только маме, что она родила меня. Да я шучу, я тебе не говорю, что ты... Ты же понимаешь, что же ТикТок, ты никому ничем не обязан. Да. Спасибо большое за помог. И ты никому ничем не обязан, не переживай, я с тебя ничего требовать не буду. Конечно. Просто что я говорю о том, что мужчину нужно ценить, беречь, на ручку носить. Если мужчине отдаешь, да, к примеру, Cartier, он тебе дарит в 1000 раз больше. Просить без какой-то отдачи. Так не работает это. Чем ты больше мужчине дашь, тем больше он тебе отдаст. Так же мужчина? Так же. Потому что мужчина тоже любит заботу, ласку. Ему же тоже нужно баловать. А то все время мужчина балует. Ну что ты такое, когда мужчина всегда дарит подарки, балует, а женщина ничего. Мужчина же тоже как маленький, ему же тоже нужно пожалеть, бузьку дать и побаловать подарками. Согласна? Правили. И все. Да. Поэтому я права. Вы даже сама согласитесь. Ух ты, вот это да! Сердечко зашло, это уже все. Это уже вообще. Спасибо большое. Я прям уже начинаю, мне жарко, надо на гольфик снять. Жарко делается что-то. Это уже начинается серьезный разговор у нас. Поэтому как-то так. Женщины, балуйте своих мужчин. Вот такой вот совет. Поэтому вот так вот я вам говорю. Спасибо большое за подписки, спасибо вам большое за ваши лайки. Мне очень приятно, что вы заходите ко мне. Поэтому если меня здесь слышат женщины, поэтому я 62 человека, еще раз говорю. Женщины, балуйте своих мужчин. Балуйте, балуйте, балуйте. Здесь женщины, мужчины так мало. Знаете, мужчин так мало. А еще женщина его обижает, да, там тоже присушить. Иду, короче, около сегодня. Конечно, адекватная девушка, да, вот она, парни, только аккуратнее, смотрите.
Я вам хочу сказать о том, что с вами иду, слушайте, я около заведения какого-то, и парень стоит с девушкой, короче, с цветами, и что-то ей не понравилось. Она мне вот такими словами, короче, ты и дебил, и дурак, и тупой, и вообще я такая просто охренела, думаю, за что так уже можно на человека, тем более на мужчину, так унижать, это минимум было некрасиво с ее стороны. А? Да, человек старался, то есть мужчина пришел с цветами, я вижу, что-то ей не понравилось, то есть, да, что-то не понравилось, и столько негатива вылилось на него, он такой бедный стоит, просто, во-первых, это стыдно, люди все эти смотрят, а все, она уже, конечно, недовольна осталась. Поэтому, мужчины, выбирайте себе женщин таких, которые вас ценят, любят и уважают. Это самое главное. Да, она может быть не богата, она, может быть, не сможет подарить тебе айфон и так далее, да? Но минимум какой-то, знаете, я не прям говорю про носки или что-то еще, к примеру. Но какой-то минимум внимания, я считаю, что должно быть. А не так, что только женщины дарят, только мужчины дарят подарки, правда? Женщины тоже должны стараться. Кто у тебя с черепом? Кто у меня с черепом? Истинно глагольщик. Так я права, но скажите, неужели вы... Вот меня сейчас в основном смотрит мужчина. Вот скажите, неужели мужчине неприятно получить какой-то подарок? Даже мелочь. Пусть это будет кружка там какая-то с надписью, да, там. Это мелочь, ему же тоже приятно. Он обрадуется, подумает, поймет, что ты в нем заинтересована. То есть ему будет это приятно. Этот человек понимает, что для тебя девушка старается. Пусть недорогой подарок, но уже что-то она думает. Так же, а когда она только требует... Уже совсем не так, не катит, правда? Кому подарить кружку? Вот напишите мне, я вам обязательно пришлю ее. Напишите мне адрес в ЛС. Я вам подарю кружку. Если вы так хотите, то я вам подарю кружку. Могу еще ложку прям в стакане подарить. Также такой парень... Да, внимание, то есть самое главное внимание, я же тоже про что говорю, то есть, да, самое главное внимание, даже вот, вот скажите мне, да, вот 42 человека, вот мужчины, какой самый дорогой подарок вам дарила женщина, вот самый дорогой подарок, какой самый дорогой подарок вы получали, вот скажите просто честно, хочу посмотреть, что вы напишете. Просто интересно. Ну, какой дорогой подарок? Я им дарил, а мне нет. Ну, то есть ты понимаешь, да, что получается ты влаживался и по конечном итоге под жопу ногой до свидания, да? Так было? Ну, все равно внимание это приятно, поэтому мужчины, не отчаивайтесь. Есть и у нас холодно очень, видите, я сижу в гольфике, но дождь идет и мне грустно. Поэтому, мужчины, не отчаивайтесь, хорошие женщины есть. Я понимаю, что вот она вот тут сидит с вами в эфир ведет, но есть еще и помимо меня. Только у меня такая прическа, я сегодня так плохо выгляжу. Я сегодня так плохо выгляжу.